Кому какое дело, откуда ты родом, брат? Этот рэп любит смелых, смелый не пойдет назад. Все люди знают, здесь его величество игра. Грохот ванпар, вторит толпа, по-по-по. Наверняка ты лучше там попробуй гайду. А что если у тебя Привет. Всего 60 секунд? Вы умоляли убрать, Пабло, прекрати. Теперь все стало еще хуже. Все стало еще хуже. Теперь с вами мистер Игорь и его котенок Жартофель. Твою мать. Это я Жартофель. А, точно. Ты котенок. Йо, это я. Пабло, прекрати, оу мэн. В эфире второй выпуск программы «Нагнать за 60 секунд» и тема сегодняшней передачи – свэг. Спешу напомнить, что необходимым условием для участия в конкурсе было обязательное нахождение фотомодели в кадре и... Также хочется отметить, что в этот раз работы были на более высоком... Высоком уровне! Твой идиотизм заснять и выложить в сеть, чтобы другие идиоты смогли посмотреть. Что было дальше? Просто... А дальше вот что. Десятка. Десятка победителей проекта «Нагнать за 60 секунд». Это Чейз, а.к.а. Шубер, автор бита «Карандаш, это нормально». И сегодня я посмотрел «Нагнать за 60 секунд» и отобрал тройку видео, кто мне больше всех понравился. Кто-нибудь включал рэп и делал свуп-свуп, ведь тема свэг. На третьем месте у нас Мак. Тут мне понравилось видео, сиськи, тёлки, жопки. Вау! Многим бы русским рэперам получится, как заинтересовать слушателей. На втором месте Power B. Понравилось исполнение, все четко, ровно, спокойно, не придраться. И на первом месте, как вы догадались, тут все понятно, MC Mask. Он подобрал карандаша, выдал крутой панч, пронокартавил, и видео самая горячая цифра. Еп, читайте рэп.ру, смотрите в комменты и учитесь читать рэп. Место номер 10. Power B. Свэга не надо нам, дабы не засрять культуру, паря. Рубите пихи, не глядя, что из-за бугра молодые парят. Это не варь, походу не тем голову тарим. Слово содрали, чтобы помпы колотить перед кентами. Для вас это нормально, если базара ноль, хер с ним. Я на заборе, все это кажется мне вздорно, как каблуки удорно. Запомни и не забывай свои корни. Ты говорил, тебе не надо. У него бабы в кадре нет. Шишки в бонг, шалу в белик, Макс делит схема проста и стара, как велик. Я проверил, тягают дым, как гантели, как коктейли, тягают клетки в конце недели. Знаешь, кому-то рестораны, отели, бары, бордели. Девочки на подъем легче, чем гели в постели. Кому-то Лондон, Париж, Дели, мода, престиж, зелень. Кому-то понт, кому-то пот, кому безделье. Свэк с утра со мной, как свежий снэкбэк, как горячие супы, мягкий хлеб в обед. Свэк, мой блэкджек, свет, мои чакры. Схема очаг, дым, только очаг ты. Первые сиськи в кадре. Восьмое место. VRS. Чекушка, конечно, свэг, но больше свэг. Это хлюпанье аплодисментов. Я свэговал с 10 лет, когда узнал стиль рэп. Запоминал за куплетом куплет, потом и сам написал сонет. Все на районе сказали окей, переписали на сотни кассет. На пати пускали меня каждый день, я стал знаменит как 50 Cent. На башне Fitted Cap, на ногах Timberland. На шее с блинком цепь, в руке бутыль Глинтвейн. Для кисы Kitty Cat, в кармане в виде портмоне. Запарил учитель по литере, пора забить на уроки и выйти в свет. На седьмом месте Климат. Пашан, я понял с предыдущего клипа, что черненькая твоя тёлка. Как насчет азиаточки? А вот и нет! Я плохо ночью на
начал спать под конец ноября. Стрел минус карандаша в ушах по душам говорят. Для меня тексты писать как Декстера дикий обряд. Но пусто на листах 16 декабря. Будто упал мне груз на плечи и нечего сказать. Будто упал и груз на мне и нечего сказать. Зачем вообще что-то писать, говорю я друзьям. Будешь три раза в десятке, можешь завязать. Все понял, по коням. Эта погоня не дает покой нам. Все просто, спокойно. Паша, пиши, буду довольны, школьные войны. На шестом месте Данила Ди. Серьезный пацан, серьезная песня. I give it 8. Do you like concept? Хотите хип-хоп сведи, что ж ловите рэп омега. В комплекте танцы века, какой конец света. Это только начало, чуть-чуть чеканы причалили. Тут ни чудо и ни чары, опыт за плечами. Я выхожу качать ночами, майк-чек раз-два. По чем-то или по три звяне, риф пакет раздам. Братан, есть объява 19 января. Принцип Колян и я дадим концерт Милк Москва. Эйо, братва, всех с наступающим Новым годом. Праздник пройдет на ура, скажем нет всем невзгодам. 2012 пока, 2013 привет. Данила Давным-давно некто Элвис обладал сверхъестественным снегом, розовым кадиллаком. Что вы скажете об Элвисе Апера? Вам решать. И вы решили это за него. Пятое место. Постер в Инстаграме. Хочешь, чтобы все подробнее знали? Счастлив, если это так. Почему же счастье не полно, если в виде лайков не оценило общество? Вместо того, чтобы выяснять, то больше, то меньше дел. Мы могли бы полный видео снять после каким-то дат. Мы на этом поднять как-то так. Я шучу, ты смеешься, я так и знал. Это лечит лучше всего. Я не хочу терять времени, которого так мало. Хочу слушать твое соло где-то на Гавайских островах. Наедине с природой. И не туфли платят, тебя красит то, что дано природе. Свайка. Тебе как голос? Вроде не высок. Ну и что высок? Сам высок, когда твои глаза смотрят и прямо сосок, блядь. Кто-то сильно злится и кого-то очень пучит. Все потому, что я самый крутой из всей этой кучи. Надо мной даже не сгущаются тучи. А это будет покруче любых Прада и Гуччи. Я вроде как не высок, но это самый сок. Когда твои глаза смотрят ей прямо в сосок. Словно с конструктора Лего мы соберем свое свего. Все для того, чтобы потешить свое эго. Может, дам целочку? Напиши. Пабло, прекрати ВКонтакте. Прекрати в Твиттере. Запомни, браза, хоть за приз, хоть минус, нор, но это ненормально, впрочем. Пусть для тебя свой куча тачек, на хате кучи и хапчик. Для меня свек забит на хавчик, пока хуярит хавчик. Покуда можно потакать, не тупите под кайф. Под капы покопай, пока вы закипаете. Не бать, а бать, где утопая. Кто б типает, где магнат типая. Тем более пару типов, брат и делов. Одевайте хип-хоп, хапает лихо. По прототипу Тимати рап налегает на свага пути. Теперь подливать под тенденции. Для нас это нормально. Трепет людям под тренд-моды. Для нас это нормально. Скоро стелькой под продюсера станем расти. Для нас это нормально. А и что ты думаешь? Всего-то телеса. Ты знаешь вора в законе Севу Рижского? Да, второе место. Чартер Апрува на гнозе 60 секунд. Свэк. Успокойся, мама сейчас тебя покормит. Не беспокойся, не сплю по ночам, скрываясь от паркопов. Ваши рэпера вечно сзади в роли фаркопа. Это не цепи, что висят как гирлянды. Это концертный зал и миллиарды людей. Запоминай фишки и слова. Привет, рэп-ру, с вами тут рижский СЕВА. Шелестят купюры
который застревает в банкомате. 60 секунд, можно много чего тут вам нагнать. И пару блантов, виски, киски, полная спальня. Для вас это уи, для нас это нормально. Всем привет, это Карандаш, и мне хочется сказать и свои пару слов о очередном этапе рубрики «Нагнать за 60 секунд». Скажу честно, понравилось больше половины. Пару роликов не досмотрел даже до середины, но не будем о них. Первое, о ком хочется упомянуть, это Изи извне. Симпатичная девочка. Хорошо танцует, хорошо поет. Но нифига не понятно. Ни одного слова не разобрал. Ну, как ни одного. Понял буквально пару слов. А упор у меня основан на текст, так что ни смазливое лицо, ни танцы, ни классные локации клиповые не помогли выйти в лидеры лично для меня, моего хит-парада клипов. Далее у нас вот «Климат», который тоже очень понравился. Понравился чем? Понравилась негритяночка. Черненькая девочка, имитация твиткама, я не знаю, порнушки, не порнушки, но в целом было интересно посмотреть до конца, что же там снимут, не снимут девочку и так далее. Остальное – люди в масках, люди среди голых телок, люди, просто стоящие на улице и читающие про свэк, не показались мне до конца интересными. Мне кажется, свэк – это такая тема, в которой можно было себя раскрыть с максимально ограниченной юмористической стороны. Не все с этой задачей справились, многие поняли слишком буквально, многие поняли. Я лично ждал чего-то такого а-ля от Фьюча, и что, в принципе, я получил. Номер один для меня – это MC Mask. MC Mask сделал абсолютно от Фьючевское видео, пусть не такое качественное, но которое запомнилось, понравилось. Ну и текст был, так скажем, идеально положен на бит. Очень хотелось бы подобные куплеты видеть и в своих песнях, из этого я и исходил. Если бы это был фит, я бы им гордился. Поэтому номер один для меня MC Mask. Ну и что хочу сказать напоследок. Вы уже показали, что у вас симпатичные подружки. Вы уже показали, что у вас креативное мышление. Некоторые показали, что у них абсолютно нет студии, нет вкуса. Но все равно очень классно, что вы участвуете в рубрике «Нагнать за 60 секунд». И в следующий раз я с удовольствием предоставлю больше битов и больше тем. Ну а я откланиваюсь. Снимайте больше сисек. Мне понравилось, что в этот раз было больше сисек, чем в прошлый раз. А я слежу за рукой, за этим. Слежу за вашими сисеками. И на первом месте MC Mask. Напиши ему, девочка. Пабло, прекрати. ВКонтакте. Твиттер, прекрати. Я ебал твой свэк, я ебал твой свэк, я ебал твой свэк, свэк, свэк. Я ебал твой свэк, ты ебал мой свэк, я ебал твой свэк, свэк. Смотреть больно мне каждый второй на свэке, ведь стало модно, это заперты плотно в сети. После такого впредь я блюю в упорно, весь день вам ничего не светит, ведь ваше слово ветер. Пустословы, как правило, под мажора татарина, рэп дешевый толкают, нам брешься на этим валенком, и уж лучше б ты, парень, послушал музыку там, где проношу на картавеле. Они только базарят за монитором часами, пока тонем мы в спаме. И мы давно с пацанами таких гоним под зад, и словно в детсаде тебе его навязали. Будто Денис, Карандаш, они всегда про себя, как-то так это звучит. Я не жажду товаться, но я кто даст им просраться. Вы все куплены, как шмотки, вам дай только потрепаться. Рубрика «Не догнал». Петя, хмурый, маски гуся не нашлось, что ли? На рэперы, попрошайки, ютуба, лайки, как саранча. Соцсети без края поля, Вован не понял шуток модного гуся, эмигранта из-за бугра насупил брови. Моя вся будет масштабно. Как срака мамаши, что юмористы в кадр затащишь. Чи-чи. Локо, а свою тёлку намутить слабо? Надо срезать? Тёлки не любят, когда я бухой, это отстой. Мистер, I don't give a fuck, это L.O. Гошан. Не, хорош. Не надо. Стоп.
скучная пятница. Кенты хотят расслабиться на лестничной клетке. Вечеринка намечается. Сосед сверху Толик, заядлый алкоголик, выносит бонг. Я одет как Джеймс Бонд. Не надо. Ну а теперь традиционное попурри из присланных куплетов, он же мегамикс. Абавагадейка, вот так, еще танцуй. Ща вам будет свэк, ща вам будет хасл. Смотреть больно мне, каждый второй на свэке. Пусть простят, что свэк на районе не в моде. Так давно отдал себя влиянию гипноза. Зачитать на рэп-ру про свэк, тем самым опустить свой копчик. Свэк — это снег, на улице белым бело. Давай прокатимся, я покажу тебе город. Так, я походу сбился с пути, не постиг топ-моды. Я свэговал с 10 лет, когда узнал стиль рэп. Кинь на Америку 5 ракет, да. Она танцует неплохо после двух стопок. Мы Чикаго Бирс прикроет недостатки торса. Смысла не стоит искать в этом перечне строк. Метаморфозы сознания, брат, держи передушку. Здесь вам не Америка, здесь вам, блин, Евразия. Сосед сверху Толик, заядлый алкоголик. Помнишь, мы раньше слушали это говно винтажное. И бегу по биту, как Соник. Нет вам другой дороги, кто спокойной ночи, кто зеленый слоник. Это не варик, походу не тем голову тарим. Так что такая свега явно не для нас. Да просто ужас. Итак, для заключительного слова в линейку выстроились Пабло Прекрати, Жданиссимо Браво, Оумен. Маваши! Нагнать за 60 секунд. Все так понять, что ты крут. Сыграть самим собой в игру и взять свой респект на рэп-рут.